Hi everyone, с вами Блазон, и сегодня поиграем в фанатскую игру про FNAF под названием Five Nights at Candy's 3. Уже вышла в прошлом году две части, и поэтому в этом году уже вышла, как и полагается, третья часть, по-моему, финальная. Так как в последней части говорил, что третья финальная, там что-то с мальчиком, это крыса, которая на заднем плане ему что-то сделала. Да ладно, вот видите, дергается она. Так, тут есть настройки. Full screen. Есть даже сохранялка. Reset data. Точнее, это reset, это сброс как бы. Ладно, давайте нажмем на New Game. Что дальше? Как ты чувствуешь себя сегодня? Я когда уже снимал Undertale. Я говорил, что я вообще не знаю английского перевода, не знаю. Поэтому я буду читать как-то, как смогу. Это было 2 недели уже. С твоим братом там что-то совсем его не тронуло, или как? Что это все? Извиняюсь, ужасно, просто, блин. Перевод бы хотя бы сделал. Ну ладно, это только она вчера вышла, 12 часов назад где-то вышла. И игру, наверное, перевести еще не сумели. Ничего страшного. Про кошмар тоже. О май гад, блин. Крыса и кошка, блин, с такими зубами. Это капец просто. Типа, ты очень креативная девочка, тоже нарисовал таких ужасных монстров. Вот это да. Это, конечно же, кошмарно. Ты понимаешь? Теперь, Мэри, мне нужно, чтобы ты там вспомнила о чем-то, то, что было год назад. А в каком году это действие происходит? Опа, девчушка. Так, YSD, окей. Что за хуйня стоит посередине? Что за фигня это? Извините, если на заднем плане будет что-то слышно, то ветер у нас просто вообще сейчас сдует. Так, давайте попробуем обратиться к котейке, так по-моему. Привет, это я. Попробую как... Сейчас голос подать. Привет, это я. Я... Оригами кошка. Ого, да она такой оригами сделала больше, чем она даже. Как я тут оказался? Почему ты спишь? Я не понимаю тут. Ну да ладно. Это комната в твоей старой комнате. Как это понять? Буду пропускать, короче. Помнишь, несколько лет назад? Господи, он разговаривает как Тэмми из Undertale. Это вообще... Не, ну реально... Очень похоже. Причем оба кошки похожи. Это только ему не остается говорить хой. Так, да, давай пропускай, мне уже глаза мозолит смотреть на эти полоски. Мне уже глаза болят на эти полоски смотреть. Я буду тупо на пробел нажимать. Мне ходить надо. Много базаришь, кот. Быстрее давай.
А, все. Ура! Так, так, идем по дорожке. А, мы можем и совернуть. Hold shift, ура. Не хочу я. Я могу и спокойно бежать. Зачем мне бежать, блин? Я же не гоняюсь за кем-то или за мной кто-то гонится. Я спокойно такой. Тени не смогу достать тебя. Одну, один путь. Р. Нет. Нет. А, Р это ретур, но... Нет, мне не надо. Как... Beware of shadow, stay on that. За темнотой оставайся в пути. Такой звук издает, когда бежит. Это вообще где происходят события-то? Я не понимаю, во сне или где? Или она шизофреник, типа, представляет себе? Так, вот записочка какая-нибудь, какая-то. От газеты какой-то отрывок. С аниматрониками были отправлены обратно в и там. Пуль-пуль. Не будь испуган чем-то. А зачем вообще ей нужно было ходить куда-то? Непонятно вообще. Еще одна записка. Убери ее, давай. Да, давайте почитаем. Обратно отправлено, не знаю, это то же самое, по-моему. Отправим куда-то. Нет, я не хочу читать, я уже почитал только что. Кстати, смотрите, когда мы бежим, то она волнуется, а когда спокойно идем, то не совсем. Опа, я дошел до какой-то комнатки и нашел какие-то две фигни. Нашел тейплеер какой-то. Аркадная игра. А что будет, если мы пойдем по темноте? Давайте по темноте пойдем. Тварь ты, блин! Фиолетовая тварь. Фу. Не страшно было, но неожиданно совсем. Ну, котяра, что тебе надо? Это ты на меня напал. Ты помнишь, что это... Ой-ой-ой-ой. Блин, зря я нам нашел. Три баттонс. Play, stop или turn. Я видел. Кнопки сломаны. Блин, скорее это уже не ночь, это уже какая-то мини-игра получается. Уже сколько идет этот разговор с этим котом? Базаришь много. Быстрее давай. А, на кровать. Да, уже лечь спать. Наконец-то. Первая ночь. На заднем плане девочка с фонариком. А мы, по-моему, видим от лица крысы той. Или нет, или от какого-то аниматроника. Но по трейлеру видел, что на нас будет нападать только крыса. Какие-то глаза. Чё это? О, музычка. Класс. Заяц, собака и какой-то медведь. И ему не страшно жить в таких, блин, с такими куклами. Робот фиолетовый. Эмиль. Ну, это имя... Ах ты ж, крыса, блин, крыса. Крысы всегда остаются крысами. Хотел сказать, что просто Эмиль это, наверное, уже все знают, что имя разработчика. Так, чё под кроватью? Под кроватью ничего, почти что... Такой почти геймплей. Уходи.
Был в Бугимен, я хотел тоже в него поиграть, но так как я бомж, у меня денег нет на него. Сейчас вот вышло в феврале, в начале февраля вторая часть его. И, возможно, поиграю. Так, мне нужно срочно крысу находить. Она где-то уже тут. Так, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. А, видишь, трясется, блин, не нравится. Что-то спряталось под твоей кроватью, вот. Быстрее. Уходи. Ах ты ж. Гейм овер. Скримеры не страшны вообще. Продолжи, да. Что опять-то? Мы можем, по-моему, лечь. Да, мы можем лечь спокойно на кровать. Так, ты пока что кошечка сидит там. И не хочу с тобой разговаривать, ты слишком страшная. Получается, стоп. Если посмотреть вниз, то просто надо сразу идти вверх. Как-то так, я понял. Игра грузится. Remember to the player with time is when fat is place. О. Вот это вот самое. Вот это вот кошка на нас напала, по-моему. Вот это вот загогулька из бумаги на нас напала. Так, 12 часов. Крыса уже два раза появлялась. Ну, точнее, не тут передо мной, а в двери, в шкафу там. Есть какие-нибудь пасхалки, уже хотел сказать. Пасхалки, которые, ну, когда нажимаешь на нос. Нету. Печаль. Вот, пять! Она меня уже достала, эта крыса, просто вообще. Что-то спряталось по твоей кварати. Так, сейчас, кажется, мне ее найти. Что дальше? Что дальше? Что дальше? А где она была, если под кроватью был долго? Как ее убрать? Фух. Настройках есть что там? Ничего. Так, мы не теряем решимости, и все-таки я первый. Или что? Я артист, там что-то написано. Ну, артист это переводится как опять. Да блин, я только начал игру, и она уже появилась. Она уже поменяла. Ну, я выбрался и где что?
Я не знаю, я пытался проходить, я не могу. Объясните, пожалуйста, в комментариях, как пройти эту игру с этой долбанной крысой. А то я не понимаю вообще, что делать надо. Я и под кроватью оставался, и уже после под кровати я вылезал. Все равно нападал. Что делать надо? Объясните, пожалуйста. Ну, а пока что на этом все. С вами был Блаз. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте данное видео. Всем пока.